Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – діяльність Ради національних товариств Миколаївської області. Підсумки, сподівання і, звичайно, плани на майбутнє. І сьогодні у нас в гостях голова наглядової ради, Ради національних товариств Миколаївської області Михайло Гольденберг і голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймаразова. Друзі мої, здравствуйте. Позвольте поздравить вас с новым 2017 годом. Что-то он нам принесет. Мы увидим это уже в течение буквально, наверное, нескольких месяцев. Но хотелось бы сегодня говорить конкретно, да, вот конкретно. И наш Совет национальных обществ, и он очень плодотворно потрудился в 2016 году. Правильно, Лолиточка, я словом ловлю, да? Да, мы потрудились хорошо, очень славно. Очень позитивно. То есть да, можно и с удовольствием назад оглянуться, и с уверенностью вперед посмотреть. Да, давайте это сделаем, Лолиточка, в прямом эфире телеканала «Николаев». Давайте. Ну, хотелось бы отметить, что Совет национальных обществ Николаевской области существует больше 20 лет, и в наш уже общественный союз входит больше 20 национально-культурных обществ, то есть мы работаем с людьми разных национальностей нашего региона, объединяем этнические общины, представляем, показываем горожанам все, чем богата Николаевщина, многонациональная, пытаемся через проекты свои, через программы, через какие-то акции показать, что у нас регион многонациональный, здесь живут представители очень много разных народов, которые бережно относятся к своей культуре, сохраняют ее, передают из поколения в поколение. Ну и миссия нашего общественного союза – это сохранение межнационального мира и согласия в регионе. У нас существует направление деятельности, по которым мы стараемся и работать. Направление деятельности – это культурно-просветительская деятельность, это образовательные проекты, это большие акции, например, такие как фестиваль «Дружба», это работа с молодежью, работа со школами, с вузами, это научная деятельность, то есть у нас работает, ну, пока на волонтерских основах, ну, научная уже давно, да, историк-краевед, который осуществляет такое вот историческое исследование по истории каждой этнической общины. И вот по результатам этих исследований я могу даже, в принципе, продемонстрировать, потому что мы очень гордимся вот этим вот нашим результатом нашей многолетней деятельности. Вот вышла в свет в 2012 году книга, мы ее назвали «Научно-популярное исследование «Миколаївщина багато національна з історії етнічних спільнот регіону». Здесь история, здесь современность, здесь история каждой этнической общины, то есть то, что принесли люди разных национальностей в историю нашего края. То, как они живут сейчас, как сохраняют и оберегают свои традиции. А если учесть, что у нас очень много представителей разных национальностей, да? Больше 130, да. Ну, конечно, не все они настолько широко представлены, многочисленны, не все объединены в национально-культурные общества, но вот, скажем, наиболее активные, наиболее многочисленные, можно так сказать, они вот входят в Совет национальностей Николаевской области, ну, которая, в принципе, необходимость его создания возникла уже после того, как Украина получила независимость, и началось возрождение не только украинской культуры, но и культуры национальных меньшинств. И вот тогда возникла необходимость как бы объединить вот все как, этнические общины в одну организацию, которая могла бы представлять их права. Ну и вот таким вот образом возник Совет национальностей Николаевской области. За это время просто уже выработана система работы, и я позволю себе рассказать немножечко о тех наших основных акциях, конечно, которые проходят у нас каждый год, и которые за эти 20 лет как бы имеют свою традицию. Ну и к ним добавляются еще каждый год какие-то новые проекты, поскольку у нас коллективный орган, у нас проходят заседания совета несколько раз в год, мы вырабатываем всю эту программу работы на год, все эти проекты, проговариваем их, но уже потом реализуем. Вот среди наших основных проектов это любимый нами День родного языка. Мы считаем, что это очень важно, потому что язык – это основа культуры народа, это основа всего народа.
фестиваль славянских. Подождите, Лелечка, у нас есть, кстати, видеосюжет о родном языке. Давайте посмотрим. Давайте, а я потом расскажу немножечко больше. Прокомментируем, да, попросим нашего режиссера Виктория Турченко. Виктория, будьте добры, покажите нам, пожалуйста, сюжет. У кожного народу знайдеться не один приклад відданої вірності своїм традиціям, культурі та мові. Подія пов'язана з загибеллю 5 пакистанських студентів у мирній демонстрації за надання рідній їм бенгальській мові статусу державної 21 лютого 1952 року привернула увагу громадськості до мовних проблем і стала основою для започаткування відзначення такого важливого Міжнародного дня рідної мови. Саме для того, щоб у майбутньому ніколи не виникали подібні випадки і люди вміли поважати і цінувати один одного, ще у 2004 році Рада національних товариств Миколаївської області ініціювала святкування Дня рідної мови на Миколаївщині. Ми хотіли показати різноманіття і красу рідних мов нашої багатонаціональної Миколаївщини. Оскільки на Миколаївщині мешкають представники понад 130 національностей, і для кожного з них рідна мова, вона своя, вона неповторна і унікальна. Почався цей проєкт з невеличкого концерту презентації національних мов у Центральній бібліотеці імені Кропивницького. І з конкурсу творів до Дня рідної мови «Мова кожного народу неповторна і своя». Щороку цей конкурс став традиційний. Вже у наступних роках у ньому взяла участь понад 200 учасників з різних загальноосвітніх шкіл міста Миколаєва. І головною метою нашого конкурсу було показати, запропонувати учасникам написати твори про рідні мови. І обов'язково вони мали містити частинку, написану саме рідною мовою, мовою, яка вивчається. Рідна мова – це взагалі-то основа культури, основа народу. І кожна етнічна громада приділяє дуже велику роль саме вивчення рідної мови. Не при всіх громадах діють такі курси чи недільні школи з вивчення національних мов. Але ось до цього свята кожна етнічна громада готується по-особливому. У лютому і березні цього року нашим містом прокотилася хвиля культурних заходів, присвячених розвитку національних мов в Миколаєві, а також протидії таким явищам, як расизм і ксенофобія. В Миколаївському муніципальному колегіумі відбулася 4-та обласна олімпіада з мов етнічних громад для учнів і студентів, які вивчають додаткову мову своїх предків факультативно або в недільних школах. Цьогорічна олімпіада об'єднала представників різних етнічних громад, а саме вірменської, німецької, японської, чеської та болгарської. Ми зараз посмотрели этот відеосюжет, Лалечка, будьте добра. Да, це найголовніше про це свято, я вже сказала, ну, перейду на русский язык. Я уже, то, что мы увидели, я уже основное сказала, то есть мы начинали в библиотеке Кропивницкого с маленького такого праздника, потом он перерос в большой концерт для школьников города, в прошлом году он прошел во Дворце творчества учащихся, мы попытаемся сделать его и в этом году, то есть это презентация национальных языков наших общин. Кстати, у вас такая большая работа, и вам, наверное, наверняка у вас должно быть помещение, где вы работаете, где вы принимаете гостей и где вы можете укрыться под уютной крышей. Но, к сожалению, есть? Такого дома, мы назвали как бы его так «дом дружбы», может быть, «дом национальности», у нас пока нет. Совет национальностей, спасибо большое Николаевскому муниципальному коллегиуму, они приютили нас, выделили кабинет. В разных... Да, но вот сколько, в принципе мы ратуем о том, о доме дружбы уже много лет. Мы надеемся, что все-таки как-то этот вопрос двинется с мертвой точки, и наши власти городские, областные найдут возможность выделить нам это помещение, либо, может быть, выделить землю под строительство Дома дружбы, потому что этот вопрос волнует очень многие общины, у очень многих общин нет своих центров. Если есть, может быть, это маленький, ну, Михаил Давидович, слава богу, что есть центр еврейской культуры, как Дом культуры, он об этом больше расскажет. Потом да. Мы кровью построили, да, Михаил Давидович? Да. Был пот, была кровь, были эмоции, но результат есть, это, конечно. И вы знаете, я, может быть, острее других обществ, у которых нет своего дома постоянного,
ощущаю необходимость вот в этом самом Доме дружбы, по той причине, что мы мечтали об этом доме, я имею в виду о своей крыше над головой, мы ютились, ну, в хорошем смысле этого слова, и в 53-й школе, и библиотека Кропивницкого предоставляла нам помещение, и работали, конечно же, но необходимость именно, вот, как вы сказали, уютной крыши над головой, где мы можем каждый день находиться, где мы можем решать свои задачи и, в общем-то, жить общинной, семьей большой. Это была наша мечта. И вот сегодня она осуществилась. И поэтому я, ну, понимаю, с чего и как много не хватает многим нашим обществам и общинным организациям национальных именно вот, вот в таком, необходимость вот в таком доме. Потому что, вы знаете, разные уровни, ну, скажем так, деятельности разных диаспор, разных общин по самым простым причинам. Это и финансирование, это и личностный момент руководителя, лидера. И не все могут себе позволить построить дом, не все могут позволить себе даже арендовать достойное и достаточное помещение. И вот если бы было властями предоставлена вот такая вот возможность иметь, ну, небольшое здание, чтобы именно там было представительство хотя бы тех обществ, которые не имеют крыши над головой, чтобы там был небольшой зал, где можно было бы проводить круглые столы, конференции, где можно было даже такие небольшие камерные концерты проводить разных культур, разных обществ, это было бы очень здорово. То есть постоянное проявление себя. И вот это вот постоянство, это один из вопросов, один из моментов, о которых я хочу сказать. Ведь те программы, о которых говорила Лолита, она в основном упомянула вот такие знаковые, такие показательные. На сегодняшний день, когда никаких проблем нет для регистрации любой общественной организации, в том числе и национальной или межнациональной, можно, так сказать, свою деятельность строить только вот на таких раз-два в году чего-то сделать и говорить, вот я межнациональная или там национальная организация. Наша цель и задача гораздо глубже и фундаментальнее. Для меня, например, гораздо важнее, чем, допустим, пригласить из-за рубежа или из другого города какой-то ансамбль каких-то солистов для демонстрации, ну, в общем-то, культуры народа. Для меня гораздо важнее, чтобы эти концертные номера исполнялись вот нашими детьми, ну, родителями, то есть людьми разных поколений, но которые здесь у нас в результате нашей работы вот поглотили вот эти знания о своей культуре, о своем народе и все это продемонстрировали. Ведь вот такой пример, как грузинское общество «Иберия», которое возглавляет Валерий Хвая, он с таким энтузиазмом вот создал танцевальный ансамбль, и сейчас вот постоянные репетиции, он немножечко как бы вот опасается, что еще дети недостаточно, так сказать, отточено, да, танцуют, но я ему всегда говорю, это здорово, и это гораздо важнее. То есть нам кажется, вот на наш взгляд, что вот это гораздо важнее, вот эта повседневность, перманентность вот этой подачи информации, обучения. Ну, правильно, жизнь же и складывается из каждого конечно. Дня, а не с какого-то. Вот это вот очень важно. И, конечно же, и вот этот дом дружбы очень здорово бы в этом тоже помогал. Я знаю, есть инициативы там, допустим, сделать парк дружбы, посадить деревья. Это хорошая идея. Но это мы в этом парке. Мы не будем собираться каждый день. В этом парке мы не будем проводить фестиваль и концерты. И это знаково для того, кто это, скажем, вот представит как свое деяние. И все. А вот крыша над головой, вот это здание, это действительно то, что необходимо, первоочередно. И раз уж мы коснулись администрации, то я хочу с горечью отметить, что вот за истекший год фактически не было представителей администрации любого уровня на наших крупных мероприятиях. Управление культуры – это наше, так сказать, материнское ложе, и мы с ним сотрудничаем очень тесно и, кстати, очень продуктивно, и спасибо им за помощь, поддержку, и консультации, и советы, и так далее. Димитров Михаил Федорович на всех этих мероприятиях практически бывает, и это очень здорово. Но вы знаете, вот от того, как власть относится вот к нашим мероприятиям, это как бы демонстрация отношения власти к проблемам межнациональным. И, на мой взгляд,
я не хочу распространять на всех, но на мой личный взгляд, вот это неприсутствие показывает, что проблемы наши, а значит и проблема вообще межнационального содружества, межнациональной дружбы, межнационального вот этого равновесия, где-то на 10-м месте у нашей власти. Очень зря, потому что это межнациональное пространство, я имею в виду в любом месте, в любой географической точке, очень зыбкое. И нужно уделять ему очень большое внимание для того, чтобы в целом в стране была хорошая и нормальная атмосфера и обстановка. Вот... Ну, к сожалению, да, с горечью можем отметить, что на фестивале «Дружба», который мы очень любим, который считаем итоговой, как бы, подведением итогов нашей всей деятельности за год, нашей работы, вот на фестиваль «Дружба», который прошел у нас в октябре, мы не увидели ни представителей областной государственной администрации, ни представителей города. Очень печально, потому что очень ждали мэра, ну, даже хотя бы заместителя, но не почили они нас своим вниманием. Вот я понимаю, что очень много проблем, но тем не менее хотелось люди, бы, да? Но очень хотелось бы, что хотя бы раз в год, да, на таком фестивале крупном, и всеукраинский фестиваль «Дружба», этнические общины представляют всю свою культуру, с любовью это делают, с радостью, да, показывают все свое богатство, все свои традиции. Хотелось бы, конечно, внимания. Очень, да, бы хотелось. Дорогие наши власти, у вас, к сожалению, нет времени, и поэтому специально для вас мы сейчас покажем фрагмент фестиваля «Дружбы», чтобы вы увидели, какая это красота. Но отдохните и увидите, что в конце концов не хлебом единым сыт человек. Виктория, будьте добры, покажите нам, пожалуйста. Слід зазначити, що заходи в рамках 13-го обласного фестивалю слов'янських народів цьогоріч були по-особливому масштабними. Цей фестиваль у Миколаєві проводять, починаючи з 2003 року, за ініціативи Ради національних товариств області. Проведення фестивалю приурочено до знаменної дати – Дня слов'янської писемності і культури. Головна мета – глибше пізнання слов'янської культури через слово, малюнок, мистецтво, танцю, музику. Главной целью его было показать всю культуру, разнообразие и красоту славянских этносов Николаевщины. Поэтому каждый год в фестивале принимает именно славянские общины нашего многонационального края. У рамках фестивалю відбувся гала-концерт. У ньому брали участь представники багатьох відомих творчих колективів Миколаєва. Хотим подарить николаевцам улыбки, много ярких украинских песен, костюмов. Мы очень сильно готовились к этому концерту. Мы очень любим выступать. У нас всех течет именно кровь истинной украинской музыки, украинских песен, танцев, костюмов. Мы очень стараемся, хотим, как бы, чтобы вам понравилось. Я займаюсь в народном художественном коллективе ансамбль танцю «Сувенір». Займаюсь півтора роки. Дуже часто їздимо за кордон виступати. І сьогодні ми виступаємо на цьому святі. Цей танець буде називатися «Гопак». Це танець... Це народний танець, коли ще давно танцювали наші предки-козаки перед боєм, це як такий ритуал. Oh,
бы, дорогие власти, вы увидели, какая это красота, какие красивые девушки, какие потянутые юноши, и это не просто танцы, это душа народа. А если власти хотят быть у власти, они должны быть с душой народа. Это в первую очередь. Да, это был фестиваль славянских народов, тоже наш такой вот крупный проект. Ну, я говорила о фестивале «Дружба», но мы все равно всех ждем на все наши крупные проекты, в любом случае с огромным нетерпением. А я бы хотела сказать, все-таки немножко еще поговорить о тех каждодневных проектах, которые мы реализуем, о которых Михаил Давидович говорил. Вот работа каждый день. Это, например, мы в прошлом году его начали проводить, такой проект, как лекции по истории культуры народов Николаевщины. Предложили их нашим вузам и школам. И с успехом они прошли в Николаевском муниципальном коллегиуме имени Чайки, в 22-й школе, в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы на факультете политических наук, в Николаевском национальном университете имени Сухомлинского на нескольких факультетах. Суть заключается в том, что представители национально-культурных обществ приходят с рассказом о культуре и об истории своего Причем народа к ребятам. Основе. Да, они готовятся к лекциям, это немножечко об истории народа, как он появился на Николаевщине, представители этого народа, культура, традиции. Мы готовили презентации, у нас звучала музыка, мы читали стихи. Все это как бы от сердца, чтобы студенты все это ближе познакомились с этим, впитали в себя. Ну и просто увидели представителей грузинской общины, армянской, этнических немцев, чехов, месхетинских турков. Все это очень колоритно, и ребятам очень нравится. Это новая информация какая-то, новое познание, что-то они для себя открывают для себя живую, многонациональную Николаевщину. Вот это главное, Лолита, о чем вы говорите, что живая, многонациональная, да, Николаевщина. Да. И еще буквально, если еще есть время, буквально несколько еще таких штрихов каждодневной работы совета. Это, опять же таки, наш любимый проект «Живая библиотека», который мы проводили два раза в прошлом году. Тоже такое вот непосредственно живое общение представителей этнических общин с молодежью. И еще один проект, который, ну, наверное, самое основное я уже сказала. В принципе, будем работать в таком же ключе и в следующем году, и также продолжим уроки по дням родного языка, это к дню родного языка, то есть это опять же, когда приходят учителя воскресных школ к ребятам просто в класс и рассказывают об основе языка. Мы там учим даже фразы на языке, мы показываем, как писать алфавит, как писать самые разнообразные такие разговорные фразы, опять же, вот такое вот живая каждодневная работа совета. Ну, еще, конечно, будут и другие проекты. Совет национальностей работает, общины тоже живут своей жизнью, всегда рады всем жителям, приглашаем их на наши национальные праздники и на наши коллективные проекты. Да, и было бы, конечно, очень хотелось бы, было бы очень хорошо, если бы все-таки действительно у вас был дом дружбы, как вы назвали его, Михаил Давидович, чтобы где могли собираться без проблем все. Конечно. И вот то, что Лолита сейчас упомянула, как бы наша внешнеполитическая деятельность, это очень важный момент. То есть нести знания о своих народах, о своих национальностях, нести вовне. Вот особенно в вузы, особенно в школы. Потому что, когда мы проводим День толерантности, знаете, это вот такое впечатление у меня всегда создается, как наш разговор о вреде алкоголизма среди, так сказать, трезвенников. Это одноразовый мир, а вот когда постоянно мы несем и рассказываем всем, что ну, вот мы такие, конечно, это гораздо более существенно и отзывается в сердцах у многих. Ну, людей. Еще много у нас разных других проектов, к сожалению, эфирное время не позволяет обо всех сказать, но о том, что эта работа системная, каждодневная, и в общинах она тоже проводится, это точно. Да, это точно. У нас есть время, чтобы и вы, Лолиточка, и вы, Михаил Давидович, сказали телезрителям несколько добрых новогодних слов. Конечно, поздравляю от всей души, от всего сердца всех николаевцев с Новым годом. Желаю нам в этом году мира, добра, любви, творчества, вдохновения и нашей вот благородной работы на благо людям, на благо Украине и Николаева.
Михаил Леонидович. Вы знаете, я хочу пожелать всем николаевцам, ну, в принципе, и всем вообще, входить в этот Новый год с любовью. И если эта любовь искренняя, чистая, ясная, откровенная, то мы будем жить действительно в мире, и мы будем ощущать всегда плечо друг друга, и жизнь станет прекраснее. Это точно. Друзья мои, если вы еще не успели войти в 2017 год с любовью, у вас есть время, потому что до Старого Нового года остается несколько дней, и вы сможете настроить ваши сердца на любовь. Це була розмова на тему, і у нас сьогодні в гостях були голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймаразова і голова наглядової ради Ради національних товариств Миколаївської області Михайло Гульденберг. Друзі, любові вам і миру. На все добре.